Итак, дамы и господа, мы ведем нашу трансляцию из... Привет интеллектуалистам! На канале Ежи Сармат! Да, мы сидим в кальянной, ждем нашего друга Дмитрия Ларина. Он обещал принести все 8 книг Рамачандрана. И кокаин, ладно. Да, и кокаин, и это. Но пока только кальян почему-то. И никакого Ларина, только мотор. Да, у тебя есть Рамачандран? Нет, понятно все. Ладно, план покурим так. Вот, можешь передать привет Убермаргиналу. Убермаргинал, передаю тебе привет. Как там это? Маргинал, ты паук, в общем, жалкий. Да, нет. На самом деле мы тебя все любим. Кому там еще из ваших привет передать? Хандуша. Хандуша, да, приветствую. Ни разу не видел Хандушу, но подозреваю, что она секси, она ведь умная, как мы все знаем, все умные женщины, они... А ты слушал эфиры какие-нибудь Хандуши? Вот, ну, я вот слушал тот самый с Ларином, типа, а потом... А там не было Хандуши, там вообще... была... Подожди, ты путаешь. Там была, господи, Эсфирь. Нихуя, у них там несколько баб и еще. Есть, вот, да? Как умных. Как живут-то, блядь, ёпта, в конференции уже. А они сами нас находят таким образом. Нет, Хандуша — это моя... У него какое-то, вот последнее, во что я поверил, что когда становишься умным, к тебе бабы начинают болеть. Да, да. А ты думаешь, только можно альфачеством каким-то там... Конечно. Клеить женщин. Нет, интеллектом тоже. Хандуша — это моя жена. А, ну тогда, естественно, не видел, ёпта, как я. Да. Я уж не настолько большой фанат творчества, чтобы погружаться в это. Ну ладно. Хотел бы я послушать, как ведет стрим его жена. Было интересно. Ну, я включаю Voice Morpher и, в принципе... А, ничего, Абдуль, а что? Нет, наоборот. А, ну, я думал, это и есть Хандуша, обычно вручает. Ну, так, да, так это работает. Вот, в общем, мы ведем нашу трансляцию из кальянной Туман. Это старейшая кальянная города Санкт-Петербурга. Это он сказал, я понятия не имею. Срок годности не смотрел, даже основания на табличке тоже не было. Она настолько старая, что у нее даже нету даты. Это хип хоп одинокой старухи. Я настолько старая, что... Я появился раньше, чем Петр основал город. Да, 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 когда еще древние графины здесь были. Не, на самом деле это здание бывшего масонского храма, поэтому вот это называется египетский дом. Здесь большие статуи Осириса, если вы их видели при входе. Хорошо вы говорите. А да. Тут масоны еще принимают, нет? А здесь даже в туалете клетчатый вот пол в черно-белую клетку, как в масонских храмах. Ну так, блин, поэтому можно пойти и там примут в масон. Тут не записывает никто, типа. Там что? Бассоны примут, это толчок. Нравятся такие шутки? Подписывайтесь на канал Хованского, как вам? А то заебали, небось, они сидят, какую-нибудь умную хуйню отколят, и все такие... Да, масоны, абассоны, как вам такое, блядь? Юрий Хованский, 3,5 миллиона подписчиков. Это масоны, как бы... Обряда Виктора Арестова. Виктор Арестов — это... Ну, это человек, который про Зильбермана снимал ролики. Зильберман на него писал периодически. Так все-таки установлено было, что в ведре была моча. Не подменили. Ведро не было подменено. Это... Я был уверен, что ведро. Стало быть, и второй ролик... Подожди, ты был уверен в том, что его подменили или нет? Конечно, конечно. А тебя не смущало, что ролик снят одним кадром, и нельзя было бы... Ну, знаешь, Бёрдман, блядь, братан, типа, там два ведра, типа, одно и в один... Эти спецэффекты, да, как в Голливуде. Да, да, туда-сюда. А тот, соответственно, ролик, где Зильберман сидит на Гое, он, получается, тоже... Тоже настоящий. Все настоящий, все Гои настоящие. Это не манекен, это живой человек. Блин. Да, ну ладно. В общем, жаль, теперь такого контента уже не делают, блядь. И не будут делать. В общем, спасибо, господа. Подписывайтесь на Хованского. Да, да, да. И на Хованского, на все каналы на обязательно. На тоже можешь подписаться. Да. Любишь реакции? Устал от заумных реакций Убермаргинала? Попробуй мотора. Ни одного умного слова за... Ну ладно, ладно, человек это прямо... обсирать. Вот. Ну ладно. В общем, оставайтесь с нами.